для включения вот обхода Пугачева в программу работ с просьбой выделить на проектирование 195 миллионов. И ориентировочная стоимость объекта 6,5 миллиардов планируется. Вот будет три развязки и автомобильная дорога. Предварительно техотдел у нас проработал. Сейчас все это дело в процессе согласования в Росавтодоре. То есть как только будет включено, автоматически запустим. Мы когда можем приступить к работе? Ну, пока нет. Нет, я понимаю, что нет решения по проектированию. Если это решение будет, мы будем с вами работы вести по обходу, или вы хотите начать вот с этих развязок, которые должны закольцевать на эту трассу, в том числе движение по сопутствующим магистралям? Да нет, я думаю, мы такой объект, он несложный, в принципе, равнинная местность, вынос коммуникации основной, ну, год за полтора мы его сделаем, поэтому разбивать его там на этапы, ну, в смысле, никакого не нужно, да? А какая развязка здесь будет, вот то, что здесь представлено у вас? Здесь первый вот такая, по типу клевер. То есть вот эта развязка будет выбрана, да? Да, вот таким образом. Понятно. Ну что, выбор у вас самый ресурсоемкий. Средств сюда надо больше, чем на другие развязки. Но это дорога в будущее, потому что, в принципе, такая развязка, она серьезно разгрузит магистраль, и пробок здесь точно не будет. Но сама по себе она, конечно, ресурсоемкая. Мы с вами, если говорить об обходе, как планируем здесь маршрут пробить, у вас уже есть понимание, как у нас будет? Ну вот мы как раз сейчас стоим на начальном, там начиналось в то время регион строить, и вот в дальнейшем он. Мы решили от этого места уходить, вот как раз вот на это начинать, где мы сейчас находимся, и обход Пугачева идти дальше на нашу дорогу. То есть, чтобы продолжение. А как мы с вами уже согласовывали, вы нам в свое время согласовали, что вот этот маршрут на Самару по этой стороне Волги сделать с приоритетным движением на юг, чтобы мы 4 полосы расширять. Мы с вами это обсудим дополнительно. Вот что касается обхода, он у нас будет вот таким образом построен, так? Да, абсолютно верно. Так. Мы сейчас с вами стоим в какой точке? Мы сейчас с вами стоим как раз вот на развязке по типу клевер. Вот, где клевер, да? Да. Вот это вот. Абсолютно. Вот. Правильно понимаю, что у вас конфигурация вот этих всех развязок, она будет соответствовать тому, что мы видим? Да, да, да. Это просто положено, потому что для первой категории мы планируем скоростной здесь сделать. Скоростная, первая категория. Необходимо, чтобы в разных уровнях было пересечение. И мы обойдем полностью город. Да. Не будем интегрировать в город. Будем давайте исходить из того, что Пугачев у нас шестой город по численности Саратовской области. Если брать левый берег, кроме Балакова и Энгельса, это самый крупный город левобережья и Саратовской области, соответственно, на этой стороне. Понятно совершенно, что сейчас транспорт идет через город. Да, через Ермошенко и дальше уже уходит в сторону Ивантеевки. Поэтому надо постараться в этом году все работы по проектированию завершить, а может быть даже пойти этапами, не откладывая. Вот мне предложение вы сформулировали для того, чтобы мы могли уже начинать с вами работы. У нас же, смотрите, здесь будет три развязки, поэтому любое наше движение от одной магистрали до другой дает возможность уже меньшему количеству транспорта заходить в город. Да нет, это смысл не будет развивать, потому что в любом случае мы первоначально будем выносить коммуникации, а параллельно с коммуникацией мы начнем строить развязки. То есть и после того, как мы вынесем коммуникацию, мы дорогу соберем. Ну, дорогу соберем. Одно дело, вы ее будете собирать ближайшие 3 года. В этом году не спеша проектируя. А другое дело, если вы говорите, что это линейный простой объект, запроектируем в этом году, начнем работы и на будущий год завершим их. У нас с вами по обходу Сенной, мы же раньше срока будем завершать строительство на год. Да, мы в этом году, в августе месяце. Вот, видите, как и обещали, так, мы вам все сделаем. Как обещали, так делаете. Поэтому давайте здесь постараемся. Тоже пообещайте, все работы выполните, если надо будет вынос
коммуникации в этом году завершите, а на будущий год... Ну, я, к сожалению, такого обещать сейчас не смогу, потому что... Вы самое главное перед собой ставьте так задачу, а все остальное будем решать вместе. Чтобы понятно, что денег нет у вас, понятно, еще проекта нет, но вы для себя вот определите, здесь ведь насколько себя нагрузишь. Вот вы нагрузили по обходу Сенной, нагрузили. Вы сейчас уже уверен, говорите, в августе сдадим. Да, ну, надо сдавать. Верно. А так у нас это все брошено было. И понятно, что область говорила, у них денег на это нет. Действительно, деньги огромные. Да, деньги. И вынос коммуникации, и вот эти вот развязки, даже если не делать то, что вы предлагаете, а все это более скромно выполнить, в любом случае это стало бы не меньше 3 миллиардов. Поэтому средства большие. Средства очень большие. Да. Но ваша прикидка это порядка 5, да? Ну, это 6,5 мы сейчас максимум берем. Но я думаю, будет намного меньше. Поменьше, да. То есть мы все равно постараемся это дело немножко ужать при проектировании. Я и смотрю, вы назвали порядка 5, а здесь у вас 6,5. Это нормативная, а сложный средний, как обычно, по аналогам, но здесь более такой. Сергей Михайлович, на контроль. Есть. И дальше уже мы исходим из того, что в этом году завершаем проектирование, начинаем вынос коммуникаций, за следующий год завершаем работу. Ну, перед собой так ставим. Приложим все усилия. Приложим все усилия.